Если вы решили заниматься бегом и ставите для себя определенные цели, то сегодня я расскажу вам, как не допустить самые основные ошибки. Первое. Неправильно подобранная экипировка и обувь. Беговая одежда должна быть из легких материалов, с естественной вентиляцией и не впитывать влагу. Неправильно подобранная обувь может привести в последующем к дискомфорту и травмам. Второе. Многие пренебрегают разминкой. Разминка займет буквально 5-10 минут, за это время ваш организм проснется и будет готов к физическим нагрузкам. И третье. Самостоятельные чрезмерные объемы и ежедневные тренировки не всегда есть залог успеха. Более того, они могут привести вас к травмам. Если вы подберете для себя тренера, который для вас составит индивидуальную программу тренировок, это сможет вас привести к вашим поставленным целям. Тренер вам подскажет, как правильно тренироваться, даст советы и подсказки по технике бега. Чтобы избежать обезвоживания организма, не забывайте поддерживать водно-солевой баланс.